В эту среду все районы Твери с полудня до глубокой ночи патрулировали сотрудники полиции, свыше 30 автомобильных и пеших патрулей. Предупреждали, находиться на улице опасно, а в рейде участвовала Ирина Чкунова. С 8 апреля сотрудники полиции перешли на усиленный режим патрулирования областной столицы. Наряду с автомобильными патрулями отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Твери выходят пешие патрули управления ОМВД по городу и области. Цель – предупредить людей о необходимости самоизоляции. Младший лейтенант полиции МОХ, дважды до вашего сведения, что в связи с постановлением губернатора от 4 апреля 2020 года временно ограничено посещение, да? Временно ограничено посещение детских площадок. Ага, все понятно. Ага. А мы не знали, что... Мы первый раз сегодня пришли наоборот. Несмотря на запрет, на детской площадке Парка Победы взрослые гуляют с детьми. Вы знали, что запрещено? Нет. Не знали? Нет. А вы не боитесь вот так вот с ребенком гулять? Нет. То есть вы не верите в то, что происходит? А что происходит? Ну, пандемия, коронавирус. В вашем понимании пандемия – это 4 человека на область. Ну, запрещено. Например, гриппом сколько болеет? Ну, понятно, можно много рассуждать. Запрещено. Во всяком случае, лучше уберечься. До моего сведения довели. Сейчас мы покинем место массового скопления. Дважды ваше сведение, что от 4.04.2020 года есть постановление губернатора номер 28, в котором запрещено посещение парков, мест общественного скопления граждан, а также спортивно-массовых объектов. Принято к сведению, принято к исполнению. Скажите, здравствуйте, вы не знали, что нельзя гулять вот в парках? Нет, да? Я был посведомлен. И то, что с ребенком опасно? Ну, когда держишь социальную дистанцию, почему нет? После встречи с полицией люди поспешили покинуть детскую площадку. А вот в самом центре Твери полицейские личную беседу усилили мегафоном. Уважаемые жители и гости Твери, ввиду введения карантинных мероприятий, предлагаем вам покинуть территорию улиц и находиться дома. Соблюдение режима самоизоляции. Какая необходимость у вас сейчас по центру города? Вы находитесь? А? В банк. Кредит. В банк идете? Вы соблюдаете режим самоизоляции? Конечно. Да. Какая необходимость у вас по центру города гулять? Производство. А почему без масок? Кончились. Ваша причина нахождения в центре города сейчас какая? Чувствовалось, что некоторые в этот день просто гуляют по центру. Возможно, не все еще понимают опасность. На инструктаже руководство батальона ППС разъяснило подчиненным, если жители Твери не хотят понимать угрозу своего нахождения на улице, в целях своей же безопасности предупреждать их об административной ответственности. В административный кодекс введена новая статья 20.6.1. Нарушение правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения. За нарушение этой статьи людям придется заплатить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Но это крайняя мера. Просто без необходимости не выходите на улицу. Самоизоляция – не отпуск, каникулы или выходные. Это вынужденная мера, без которой будет тяжелее справиться со смертельной угрозой. Некоторые вообще люди не понимают ничего. И я смотрю, дети вообще вместе гуляют. Мы хотим вот отдельно, а остальные смотрим, они вместе гуляют. Надо им говорить.